Младший хор исполняет композицию неизвестного автора VI века под названием «Даруй нам мир». Ребята поют на латыни. Изучение песен на иностранных языках – это обычная практика в Барвихинской детской школе искусств. То есть все это подчинено тому, чтобы показать результативность нашей работы, которую мы в черновом варианте и в варианте, так скажем, подготовки и развития, воспитания, ну, в общем, различных других всяких, так скажем, компонентов обучения наших учащихся представляем сегодня. То есть практически сегодня будет звучать исполнительское мастерство. Концерты, подобные этому, проходят в Барвихинской детской школе искусств регулярно. Слово «отчетный» в названии не случайно. Дети действительно отчитываются как перед родителями, так и перед преподавателями. Барвиха богата на музыкальные таланты. В концерте приняли участие лауреаты районных и всероссийских конкурсов, одаренные дети Подмосковья, хрустальный камертон, палитра талантов и других. Я считаю, что все получилось. И нас приветствовали сегодня, и посетили нас такие высокие гости. И мне кажется, мы все-таки все силы приложили к тому, чтобы состоялось настроение, чтобы услышана была хорошая музыка, чтобы они увидели хорошее исполнение детей. Потому что это важно. Это то дело, которому мы служим. На концертах детской школы искусств всегда аншлаг. Юных исполнителей приезжают послушать не только местные жители, но и общественники, и представители власти со всего района. Многим вид музыкально образованных и одаренных детей дает уверенность в будущем страны. Ведь, как сказал известный русский писатель, сегодня дети, завтра народ. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».